Новый руководитель томской дочки «Газпрома» приступил на этой неделе к работе. Владислав Бородин сменил на должности директора «Газпром Трансгаз Томск» Анатолия Титова. Во вторник с коллективом предприятия встретился губернатор Сергей Жвачкин. Он сказал: «Я несколько раз во время строительства «Силы Сибири» ловил себя на мысли, как здорово мы сделали, что поручили строить этот проект, реализовывать именно томичам. Я думаю, что если бы это было не «Томстрансгаз», то мы бы, наверное, в сроки не успели. Что-то в ваших инженерах, дословно, и в ваших «Томстрансгазовцев» есть особое». Главного строителя «Силы Сибири» Анатолия Титова коллектив проводил на заслуженный отдых аплодисментами. Что касается его преемника на должности руководителя томского филиала Владислава Бородина, то ему 48 лет, 20 из которых он проработал на местном газотранспортном предприятии, пройдя путь от плотника передвижной механизированной колонны до директора Александровского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. До назначения генеральным директором Владислав Бородин работал заместителем начальника департамента Большого «Газпрома».